Казахстан и Россия обозначили конкретный план работы по профилактике проникновения радикальных идей экстремизма на межнациональной и религиозной почве. Эти вопросы обсудили сегодня в Астане представители Ассамблеи народа Казахстана и аппарат Федерального агентства по делам национальностей России. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов отметил, что один из важнейших показателей существования Советов – отсутствие споров и конфликтов на этнической почве. Этот опыт, в частности, оказался интересен российским коллегам. К слову, Федеральное агентство по делам национальности – самый молодой орган власти федерального уровня. Ему пока нет и 2 лет. Межнациональный мир и согласие для наших стран на сегодня является фактически залогом национальной безопасности наших государств. Поэтому наша делегация сегодня приехала для того, чтобы ознакомиться с опытом, который применяется в Казахстане с точки зрения реализации госнацполитики.